Диабет – болезнь, с которой можно жить полноценно. В этом уверена мама маленького Никиты. Вести Иркутск продолжают совместную акцию с Русфондом. Как можно поддержать тех, кто надеется, расскажет Вероника Зайц. Закаленные болью детские пальцы уже не реагируют на иголки. Никита, хоть и не школьник, давно ориентируется в цифрах, знает, на этом пульте они бывают страшными. Инсулиновая помпа уже как часть тела не вызывает неудобств. Сахарный диабет – это когда в рюкзаке не только игрушки. Еще я там ношу помпу, ну, всякие там еще инсулин, батарейки там, ну и все. И еще что-то на всякий случай. В детский сад мама Оксана ходит 4 раза в день, замеряет показатели, следит за зарядом устройства. А начиналось все в год после прививки от гепатита. Резко ухудшилось самочувствие, в анализах невиданные показатели. Такие последствия февральской вакцины заметили и другие родители. Сказали, возможно, опечатка. Все, нас выписали. И через неделю мы попали в реанимацию уже. То есть я его сама унесла туда. Потом строгие диеты, постоянные уколы и болючие синяки. Благотворители Русфонда помогли купить инсулиновую помпу. Стало меньше слез, но не расходов. Сегодня более так подробно все посчитала. То есть это больше 17 760 рублей приходит. Ну, все, что в месяц. Одна вот эта вот штучка стоит сейчас 800 рублей. А иногда даже бывает так, что вот не поставим руку, она раз вылетит. Мама учителей подрабатывать не может. Поддержать маленькую семью можно, отправив смс на номер Русфонда 5542. Это стоит 75 рублей. Пропуск препарата каждый раз угрожает жизни мальчика. А без хорошего самочувствия ему никуда. Попугай, морская свинка, ответственность. Кешу я выпускаю, потом ловлю. А Маруся бегает по всему. Я еще иногда ее куда-то пихаю. В сентябре Никита пойдет в школу, а пока выполняет задание воспитателя, учит стихи ко Дню Победы. Пусть на земле цветут сады, здоровы будут дети, не нужно нам войны, беды, пусть солнце ярче светит. Вероника Зайц, Дмитрий Дятлов, Вести Иркутск.